а тебя не слышно. Вакака Акада, госпожа и хозяйка Уэстбрука. Загляни ко мне, когда будет минутка. Нам нужно рассчитаться за Сандру Дорсет. Вы хорошо сработали. Ты и твой друг. До связи. Если ты обо мне не слыхала, еще услышишь. Я Дина. Знаю все, что творится в центре. Я Ви. Да, знаю. Наслышан. Всякого. Если что нужно, обращайся. И помни, Дина все про всех знает.
Давно в этом бизнесе? Погоди, вспомню. Да лет уж 10. Начинал в Пасифике и вот дорос до клиники в сердце Найт-Сити. Респект. Спасибо. Ты это не волнуйся, я свое дело знаю. Могу череп титаном выложить, вообще, без болевых ощущений. Я хочу прикупить новый хром. Окей, что интересует?
everything you need for the perfect quinceañera. Говорят, в Хейвуде новая душа. Я Себастьян Ибарра. Меня называют Падре. Ви, приятно познакомиться. Люблю людей, которые ценят вежливость. Будем на связи, Ви. Всегда что-то продают. Что хочешь? Я здесь стою вообще-то. Отлично. Так вот. Посмотрите мои импланты. Конечно. Устраивайтесь поудобнее. Thank you.
Что-то новенькое. Отлично. Так вот. Я Ви. Ну и? Не слышу, приятно познакомиться. Ха. Наше знакомство — честь для меня. Нужна будет работа. Звони. Что-то случилось? Пора мне почки поменять. В жизни все равно нет смысла. Неплохая у вас клиника.
Одна из лучших во всем городе. Удивлены, да? Люди думают, что Пасифика — это третий мир, где босоногие дети играют среди развалин. Люди не знают, какая здесь сила дремлет. Настанет день, когда с ней придется считаться. Мне нужны импланты. Ну и? Что и? Вы рипер или нет? Да, для своих. Ваш труд будет щедро оплачен. Да ну! Насколько щедро? Thank you.
лежит как номер один. Ты эпикидер. The Grand Imperial. Experience the NUSA's biggest roller coaster, the Mega Ride. Надо бы поздороваться, раз мы собираемся работать вместе. Меня называют Эль Капитан, а тебя называют Ви. То есть могу не представляться. Ты обо всем позаботился. Я готов работать со всеми, кто пришел ко мне по делу. Бизнес — это я. Помни об этом. Есть, капитан. Так, пока не забыл. Тебе нужна тачка? Мотоцикл? У меня есть все и недорого. В общем, если что, сигналь. Чем могу помочь? Молодо выглядишь для Рипера. Это плохо? Может и нет. Если ты опытный не по годам. Я 10 лет проработал в лаборатории Moore Technologies, если тебя это успокоит. А можно узнать, почему ты ушел? Муртех на инженерах не экономит. Платили неплохо, но я спать не мог. Ты ведь знаешь, что Мур занимается глубинной интеграцией. Титановые черепа, протезы позвоночника. Работа сложная. Чтобы имплант стал жизнеспособным и стабильным, нужно время. Время и подопытные. Я ищу новые импланты. Без проблем. Располагайся, сейчас подберем.
Thank you.
Все нормально? Сколько тут оружия? Пару лет назад был неприятный инцидент. Решила подстраховаться. Я заинтригована. Один клиент спятил прямо тут, в этом кресле. Завыл, как зверь, обнажил клинки и бросился на меня. А у меня из оружия один скальпель. В результате лишилась глаза, 4 пальцев и почки. Но выжила, как видишь. С тех пор всегда наготове, чтоб врасплох не застали. Этот пациент, что, был киберпсихопатом? Не знаю. Киберпсихоз – пустое слово. Ярлык, который мы лепим на злых людей. А поди разбери, от чего они такие. От имплантов или нет. Хочу поставить хром поновее. Хорошо. Располагайся и приступим.
오늘 날씨 어떠신가요? 나이트시티의 이번 달 평균 기온이 인체 안전한 수준을 유지한 것으로 나타났습니다.
Да. Что такое? Как я поняла, ты особо уважаешь штучный товар. Все отбирал самолично. И как? Клиентам нравится? Кто их знает? Я держу эту красоту для услады глаз. Можешь посмотреть мои импланты? К твоим услугам.
You